Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Паша, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы с вами продолжаем проходить такую замечательную игру, как Sniper Elite 4 Италия. Сегодня мы с вами будем продолжать это делать, и остановились мы, если я не ошибаюсь, на задании с портом. Продолжить кампанию порт Ларина, или Лорина, или Ларино. Я не знаю, давайте начинать. Стрелок, продолжаем. Вот наш наборчик, кстати. А может, что-то другое возьмем, типа? Вот есть Мосинь. Это мой папа купил. Ну, я-то сам не играю, только если на записи, а мой папа играет. Мосинь. Может, с Мосином походим? Типа, Мосинь же все-таки прикольно. Давайте только его закостюмируем. Там на аватарке написано «Ночь». Ночная камуфляжная раскраска. Ну, на аватарке миссии нарисована ночь, поэтому давайте вот такую ночную раскраску. Все, давайте начинаем. Вот, видите, ночь. Как бы ночная раскраска, мы такие типа. И нас никто даже не увидит. Правда, у нас маскировки нету. Маскировочного халата там ночного, ну и все прочее. Ну ладно, это не суть. Так, короче, ребят, рассказываю ситуацию. Почему теперь я вот такой? А потому что Карл Фербер выглядит вот так. Поэтому я вот такой вот. Ну, надеюсь, нам это не помешает. Типа, зачем нам постоянно играть за Карла Фербера? Главное, чтобы у нас был человек, а не как в тот раз. Либо без головы, либо женский голос. Сейчас тупо с головой ходить я не хочу, поэтому давайте так будем играть. Так, хорошо. Давайте поговорим с Уивером. Очень интересно. Послушаем радио. Угу. С кем еще можем поговорить? С Джан-Карло. Ну и давайте пополним тут патроны. Все, что можно, пополнил. Тут еще можно что-то было сделать, но ладно. Начать задание. Начинаем. Здесь полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Ну, короче, Карл Фербер у нас, ну, просто в маске-халате. Так, хорошо. Тут я вижу кучу всего. Ну, заданий тоже у нас куча. Да? Ну, не так, чтобы много, но ПВО-порта, прожектор. Что перевозят немцы? Узнайте, куда направляется груз. Немецкий склад, вакцина от тифа, убить продажного капитана. Заданий много, но мы с вами будем делать только основные. Ну и если, если будет по ходу получаться, будем делать еще и дополнительные. Но сейчас пока только основные. Так, Челик, ты тут сидишь? Давай, там, кажется, грузовик что-то заподозрил. А, это снайпер был. Вот видите, у него снайперская винтовка. Конкуренты там не нужны. Вот реально, я в тени вот так затеряюсь, и все, меня вообще не видно. А да, звуковые припасы есть? Естественно. Ну, просто не хочу по стелсу, типа, идти сейчас к нему, вот это аккуратно. О, прицел другой. Прицел уже другой, видите, на Мосине. Не тупо перекрестие, а уже такой, типа. Странный. Так, куда нам вообще надо? Из основных заданий, вот, туда. Ну, пойдемте туда. Ой, это кто меня? Кто-то меня видит или нет? Нифига себе тут, блин, всего. Так, кого бы тут убить-то, я даже не знаю. Кого бы не убил, все спалят. А что, они желтый? Да, все-таки трупы заметили, походу. Там еще кто-то стоит наверху. Призрак. Ну, я действительно призрак. Бочки до... А вы что тут забыли вообще? Я вас не звал. Тут
уже откровенно говоря, мне капец. Если они меня не спалят, то я не знаю, они слепые вообще как-нибудь, как не знаю кто. Что за сирена? За забором не убил. Все, отлично. Оттуда всех снял. Последний дозвуковой припас. Все. Последний дозвуковой припас мы потратили. Заряжаем обычные. Все-таки шуметь я не хочу. Поэтому давайте аккуратно по кустикам передвигаться. Так, нам надо туда. Скало ди Лорино. Это, я так понимаю, вход в сам порт. Так что давайте идем сюда. Тут тем более вот челик, ему вообще на все пофиг. Это что? Можем броневик заложить, взрывчатку. Но нам тут пока что не надо. Так, вот наш с вами первый, собственно, прожектор. Отключить. Ну, как бы я его сломал больше, чем отключил. Я предлагаю тут поснайперить чуть-чуть. Сейчас созовем сюда весь народ, что есть в мире. Ну все, тут уже без палева никак. О, снайпер. Ну, мне... вот снайпер, да. Еще. Еще бежит. Так, вон еще сидит. Не успеваю перезаряжаться. Так, больше вроде никого нет. Ай, больно. Ну, больше того, кто это слышал, нет. А, нет, еще вот есть. Я косорукий. Все, отлично. Вон, они помечены, это потому, что я убил офицера, я его обыскал. Сейчас тут вот помеченные люди есть. О, друг за другом стоят, давайте двоих сразу. Отлично. Ты еще давайте полечимся. Блин, бинтов нет, поэтому давайте аптечку потратим. Так, нужно радиста убить. Или сломать вышку. Как это сделать? Я не знаю, поэтому давайте быстро пойдем к радисту его убивать. Потому что иначе он вызовет подкрепление и нам хана. Я увидел просто этот стебель и понял, что можно по нему залезть. Все. Отлично. Так, у нас... Должно быть, это кабинет начальника порта. Стоит тут поводить носом. Давайте. Что тут есть? Документы. Манлихер какой-то. А где этот капитан? Опа, это облучение снайпера. А где? Вон сидит. Все красное. Давайте разобьем стекло. И попытаемся этого снайпера убить. Сколько до него метров? Дальность давайте 200 метров. Ну, оп.
Отлично. Дальний выстрел. Капитан Порта собственной персоной. Должно быть Латерца, начальник Порта. Его... Латерца убит. Ну, красиво. Опачки, а тут у нас оружие и патроны. Во, сумка. Звуковые патроны. Вот тут у нас зениточка. Уничтожите ПВО. Опа, лодка. Давайте как-нибудь попробуем уничтожить. Водилу. Водилу. То есть она теперь не уедет. И теперь давайте торпеды. Ну давайте для начала заложим заряд. Оп. Оп. Поджигаем. Не подглядываю. Отлично. И с лодкой разобрался. Вот прям шикарно, замечательно. Так, куда нам надо? Из дополнительных капитан порта. Ну, еще много всего. Ну вот только танка мне тут и не хватало. Вот прям, вот только танка мне тут не хватало. Это, конечно, очень печально. А как танки вообще вырубать? А, наверное, надо убивать людей, да? О! Водилу грохнули. Так, теперь надо наводчика. Вот он тут. Все-таки, так сказать, 3 года игры в War Thunder. Знаю, где люди в панцире. Знаю, где сидят экипаж панцера. Но надо еще его взорвать. А это сложно. Ребят, короче, убивайте мехвода, наводчика, закладывайте заряд и валите отсюда нафиг по добру, по здорову. Давайте посмотрим. Оп. Отлично. Покоритель транспортных средств. Упачки, что-то надо на складе. Вот так новогодний подарок. Просто склад. О, пополнимся по полной. Круто. Теперь мы заряжены по полной. Опачки. Ух ты. Не как система наведения. Система наведения. Ну, короче, Fallout 2. Потому что эта игра, наверное, ну, типа, Германия, 43-й год, наверное. Что-то про Fallout 2 я слышал. Мне папа рассказывал. И танк номер 2 готов. Отлично. И еще одна зенитка сейчас взлетит на воздух. Вот так-то. Ну и последнее ПВО. А вот и третий. Отлично. Ну все, все основные задачи мы с вами выполнили. А, нет, еще надо узнать, куда направляется груз. Хорошо, давайте начинать. Похоже, там, где все начиналось, там все и заканчивается. Я узнал, куда отправляется груз, и, похоже, я выполнил все задачи. Это у нас первый раз такое. И мне сказали, что нужно подать сигнал бомбардировщикам. Видимо, для этого мы с вами и, так сказать, убивали, уничтожали эти ПВО, чтобы бомбардировщики разбомбили эту базу. И мы это все с вами искали, чтобы бомбардировщики это не уничтожили. Ну и как раз таки сейчас... Но мы такие типа стоим. И такие типа крутые. Потому что мы крутые. Ну вообще, ну как бы маска халат был, ну ладно. Фу, 39 минут я это проходил, это было очень сложно. Ну ладно, ребят, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный, креативный комментарий. Или же отправьте это видео всем друзьям. Ну а я желаю вам огромнейшей удачи, ребята. И всем пока-пока.